Более 40 лет на сцене. Заслуженный артист России Валерий Пименов отметит 65-летний юбилей большим творческим вечером. 1 декабря на сцене Ивановского музыкального театра состоится бенефис. Любимый амплуа актера – простак. На сцене сыграно немало комедийных образов, мечтательных чудаков и обаятельных хвостунов. Любовью к театру, как говорит юбиляр, он заразился от артистов Ивановской мускомедии. Когда я в 66-м году случайно абсолютно попал в мускомедию на Красной Армии на спектакль «Честь мундира», увидел этих красивых, счастливых людей, которые пели, танцевали, а потом я увидел, какие счастливые зрители стояли в гардеробе и одевались, я думаю, вот бы попасть в этот прекрасный, веселый мир. И действительно, через 10 лет желаемое осуществилось, поэтому бенефис так и называется – «Мечты сбываются». Мечты сбываются, и я хочу сказать, что я мечтал сыграть именно амплуа простаков, я их сыграл, ну, всех тех спектаклей, которые ставили здесь. И я повторяюсь, наверное, вот Владимир Федорович Келин, народный артист России, блистательный простак, который передал мне эстафету простаков, потому что до меня простаков в театр не брали 10 лет. Вот, я попал абсолютно случайно. А простаки, и так как я был с театральным образованием, я, конечно, сразу начал играть и характерные роли. Ну, а где характерные роли сегодня в силу возраста, в силу своего, так сказать, физики, конечно, я играю комедийные роли. Это прекрасно. Зрители знают Валерия Пименова не только как ведущего артиста-солиста, но и как режиссера-постановщика детских и вечерних спектаклей. Но играть он любит больше, нежели ставить. А что для артиста главное, чтобы в зале были зрители? Приходите в театр. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.